В этом году теплоходный туристический сезон в Ульяновске открылся раньше обычного. 25 апреля первый круизный теплоход «Сергей Дягилев» причалил в Ульяновском речном порту. Город с удовольствием, весенний город, примет первых туристов. Они принимают участие в разных экскурсионных программах, в разных маршрутах. Знакомятся они с историей города Ульяновска и посещают наши музеи. Например, дом-музей Ленина, музей-усадьбу городского быта конца 19-го, начала 20 века, Симбирскую классическую гимназию, музей «Мелочная лавка». Туристический сезон обещает быть горячим. В наш город запланировано 125 теплоходных заходов. К слову сказать, круизный четырехпалубный теплоход «Сергей Дягилев» впервые зашел в наш город. Он был построен в 1984 году и прошел полную модернизацию в 2014 году. Теплоход оборудован по последнему слову техники. Первый круиз за 3 года, который мы провели в гавани, потому что нам мешал ковид, потом выходило меньше теплоходов. Сейчас впервые вся наша компания «Дон Интерфлот» выпустила все 10 теплоходов, которые ей принадлежат. Мы первые открываем навигацию. У нас 136 туристов на борту, 120 человек стафа. В этом году теплоходы разделили по классам – премиум и комфорт. Во втором случае цены чуть ниже. Отдохнуть на теплоходе класса премиум выйдет чуть дороже, но сервис будет лучше, как отмечают туроператоры. Мы идем с Ростова-на-Дону. Очень все нравится, обслуживание на высшем уровне. А в Ульяновске вы были или нет? Нет, еще. Мы первый раз. Да, конечно, мы первый раз вообще. Вот интересно даже. Вот дождик меня вообще не беспокоит. Просто интересно. Вот, блин, мне так охота прогуляться здесь. Вот ну просто чудесно вообще. Посмотреть родину. Да. Нет, великих людей. Остановка теплохода «Сергей Дягилев» в речном порту города Ульяновска была длительная, 6-часовая. Первых туристов встречали с песнями и прибаутками сотрудники музея-заповедника «Родина Ленина», которые потом сопроводили гостей в автобусы на экскурсионную программу. Ирина Антонова, Герман Баранов, Улправда ТВ.